Минфин Башкортостана доверит Газпромбанку размещение нового выпуска облигаций республики на 5,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в решении ведомства по итогам отбора уполномоченной компании для выпуска ценных бумаг. Заявки начали принимать в апреле. Министерство финансов разослало предложение 21 организации. Среди претендентов были в том числе Банк Дом РФ, Альфа-Банк, Тинькофф и другие. Победители отобрали по опыту размещения гособлигаций позициям компании на банковском рынке, деловой репутации и стоимости комиссии. Финальный этап отбора прошли Совкомбанк, Сбербанк и Газпромбанк. Первый попросил за свои услуги 9,5 миллионов рублей, второй и третий по 9 миллионов. По совокупности баллов победу присудили дочке Газпрома. Банк должен провести анализ состояния долгового рынка региональных бондов, согласовать с Минфином Республики предельный размер купонов, процентную ставку и другие параметры. Также исполнитель должен подготовить презентацию и провести маркетинговую кампанию выпуска облигаций для привлечения максимального числа инвесторов при размещении.